Сотрудники управления МВД России по Одинцовскому округу провели акцию «Безопасный дом. Квартира» для местных жителей, направленную на профилактику имущественных преступлений. Участковые уполномоченные полиции рассказали гражданам о различных способах совершения краж и разъяснили наиболее эффективные методы защиты имущества, жизни и здоровья от преступных посягательств. В ходе мероприятия сотрудники полиции раздали тематические листовки и призвали жителей быть бдительными.